Сургутская бильярдистка Наталья Корнева взяла серебро на престижном парном международном турнире «Принц Оупен». В соревнованиях с призовым фондом в 1 миллион рублей приняли участие 32 смешанные пары. Бронзовая призерка чемпионата планеты выступала в дуэте с новоиспеченным чемпионом мира, 16-летним Иосифом Абрамовым. Пройдя весь турнир практически без ошибок, к сожалению, в финале Наталья Корнева с партнером по команде проиграли команде многократных чемпионов мира Юрию Пощинскому и Диане Мироновой. Александр Шестаков, новости спорта.